Первое общегородское совещание Дмитрий Волошин начал с поздравления коллег с наступившим Новым годом. Примите мои самые искренние пожелания вам и вашим семьям мира и добра, счастья, чтобы у вас все ваши благие намерения и мечты сбылись. И я очень рассчитываю на тесное командное сотрудничество в 2022 году. Заместители главы администрации подвели итоги минувшего года и озвучили задачи на 2022 год. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Кайгородов отметил лидирующие позиции Химок по социально-экономическому развитию в рейтинге лучших городов Подмосковья. Задача в новом году – поддержать этот статус. Создавать новые рабочие места, развивать бизнес-сектор, благоустраивать старые и новые территории. В этом году, в 2022 году, мы делаем, запускаем первый этап модернизации парка Льва Толстого. Это 15 гектар. Запускаем проект, которого у нас еще не было. Лесопарк Химки на базе парка Анфисы Резцовой. Первый этап в формате там, объема 66 гектар. Плюс расширяется парковая зона Экоберега. Замглавы администрации Химок по вопросам социальной политики, культуры и спорта Ирина Теслева отметила успехи химкинских спортсменов на Олимпиаде, а также успехи учащихся на школьных олимпиадах. Ряд образовательных учреждений Химок входит в список лучших российских школ. Задача – продолжать развивать школьное и дошкольное образование, открывать спортивные объекты. Мы продолжаем открытие палисадников по программе губернатора. И на 2022 год мы запланировали 4 таких объекта общим объемом не менее 250 мест. В 2022 году мы ждем открытия 2 бассейнов в городском округе. Это долгожданный бассейн «Виктор Левый берег». И к 1 декабря мы открываем после реконструкции наш спорткомплекс «Родина». Замглавы администрации городского округа по вопросам благоустройства Дмитрий Новиков рассказал, что в течение года будут капитально отремонтированы 16 дорог и тротуаров площадью 5000 квадратных метров. На улицах Молодежной и Дружбы появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Будет заменено 500 дорожных знаков. Также будет новое направление, это благоустройство МЦД. Туда включается ремонт дорог и подходов к железнодорожным станциям, входящим в московский центральный диаметр. Это станция Исходня, Подрезково и Ферсановка. Полностью будет отремонтированы и подъезды, и подходы к этим станциям. Традиционно на совещании обсудили жалобы химчан на портале Добродел. 70% всех обращений – вопросы по уборке снега. Есть спорные территории между управляющими компаниями и комбинатом, и те территории, которые у нас в этом году, к сожалению, управляющие компании убирать отказались. Это, в частности, бывшая территория, которую убирала группа компаний ПИК в своей управляющей компании. Сейчас это также легло на муниципальное предприятие, в связи с чем есть задержки по территориям. Здесь я попрошу помощи двух заместителей. Нам необходимо, наверное, выработать совместную концепцию, чтобы как можно оперативнее распределять нагрузку между службами. На совещании рассказали и о готовности проведения православного праздника Крещения Господне в Химках. Будет организовано 3 площадки для купания в парке имени Величко Всходне и Экоберег, а также на территории арены Химки. На всех площадках священнослужители осветят воду, безопасность будут обеспечивать полицейские и спасатели, установят теплые палатки, помимо классических организуют и теплые купели. Гостям будут выдавать полотенца и угощать чаем.